Два месяца тренировок. Два пути к идеальному телу. Как похвастаться спортивной фигурой, а не прятать живот под майкой? Узнаем прямо сейчас. В эпичном реалити «Тело к лету». Пятая неделя. До сих пор не привык к боли после зала. Но зато вошло в привычку при любой возможности сделать пару качковых па, чтобы держать мышцы в тонусе. Давай, Колян! Колян, давай! Давай, Коля! Коля, еще! Давай, третий, давай! И последний, Коля, давай! Красавчик! Тело к лету! Опоздание на пары. Вот что держит мышцы в тонусе. Ну, как видите, кардио-тренировки мне уже не страшны. Да и вообще я держусь молодцом. Даже бонус получила. Вот вы думаете, что мы голодаем и худеем, чтобы прекрасно выглядеть? Нет, все ради вот этих вот наклеечек и бонусов, которые мне сегодня поставит Аня, наш куратор. Что, Аня, заслужила свой заветный приз? Бонусом этой недели у нас такой замечательный браслет, который все ждут. Но самое главное, это вот такой вот символ, символ «Цветок жизни», который поможет тебе в медитациях, в поисках своего собственного «я». На какую ручку ты хочешь надеть? Давай вот на правую. Наша тренировка – это не совсем была стационарная базовая практика сандао. На этой тренировке была выжимка из различных семинаров, выжимка из стандартной практики, из различных медитативных упражнений. У нас есть практики, посвященные разогреву, когда мы разогреваем свое тело изнутри, и с этого мы обычно всегда начинаем наши тренировки. У нас есть практики, посвященные накоплению и активизации жизненной силы. Статические упражнения, они очень хорошо прокачивают все наше тело. Поэтому по окончанию тренировки, несмотря на то, что мы не делали большого количества физических упражнений, мы только сделали несколько поз в статике, наше тело горит. 80 секунд в одной позе, 20 секунд перерыва и снова в статику. А на финал 10 минут в позиции стула у стены. Ну, пока Оля замирала в странных позах, я нашел отличный способ, как отвлечься от монотонных упражнений в тренажерке. Я в прямом смысле отбарабанил мышцы ударной тренировкой. Бассейн воркаут – это уникальная тренировка, функциональная тренировка с барабанами, сжигающая 700 калорий. Я думаю, что любая тренировка вообще интересна парням и тем, кто занимается музыкой в особенности. Это очень хорошо развивает чувство ритма. Развивает чувство ритма, а также все группы мышц. Фитнес-барабана не просто инструмента, это полноценное спортивное оборудование, на котором можно скакать, отжиматься, качать пресс и, конечно же, долбить палками от души. Я не думаю, что от этого будут расти мышцы, но выносливость даст. И, в принципе, для жиросжигания это неплохо. Да бог с ним, с наращиванием массы. Если так спортивно барабанить 3 раза в неделю в течение 2 месяцев, мышцы подтянутся, тело станет под жаром и приобретет скульптурный вид. А вы – навыки барабанщика. Конечно, да, Дэйва Гролла из Нирваны еще тренироваться и тренироваться, но главное не это. Бассейн воркаут позволяет человеку полностью погрузиться в тренировку, забыть о всех своих проблемах. И даже если человек пришел в плохом настроении, он уходит от нас добрый, мокрый и довольный. Коля, твои попытки привести себя в спортивный вид – смех, да и только. Ага, пусть блондинка шутит себе сколько угодно. Посмотрим, над кем через 3 недели будут смеяться на пляже.